Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по телефону рассказала о состоянии здоровья женщины, госпитализированной во вторую городскую инфекционную больницу с диагнозом коронавирусной инфекции. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно. У нее никаких клинических проявлений заболевания нет, температура в пределах нормы. Тем не менее, на настоящий момент она находится в стационаре, получает все необходимое лечение, будет оно продлено до того момента, пока она перестанет выделять вирус и будет не опасно для своих окружающих людей, для всех нас. Я хочу сказать, что с вирусными инфекциями мы встречаемся ежегодно. Грипп, наверное, не секрет для всех. Это достаточно тяжелая инфекция, которая также и сопровождается тяжелыми осложнениями и бывает наступают летальные исходы. Поэтому, когда к нам пришел коронавирус, мы действуем по такому же плану, как грипп. У нас готовы мощности. На сегодняшний день это 2-я инфекционная больница, 23-я инфекционная больница. Но если вдруг будет необходимость, мы готовы развернуть 441 койку по всей территории Нижегородской области, которые с врачами, которые готовы принимать данных пациентов. Действительно, на сегодняшний день вакцины против коронавируса нету, но лекарственные препараты, которые доказано воздействуют на этот вирус, они присутствуют. Это специальные лекарственные препараты, которые для тяжелых вирусных инфекций. Надо понимать, что в аптеках они не продаются. Это назначается только по решению лечащего врача. По словам Светланы Белозеровой, весь необходимый запас препаратов и диагностических материалов для того, чтобы противостоять инфекции, в области создан. Ирина Флягина, Время новостей.